Всем привет! Днепр вновь на связи. 6 июля 23.04. Друзья, пока пришел домой, залил прошлое видео, были проблемы с интернетом, что-то глючит не по-детски. В общем, у нас начался сигнал воздушной тревоги в 22 с копейками. Воздушные силы сообщили о фиксации пусков шахедов по направлению к Запорожской и нашей области. И вот уже, в принципе, жители города слышали взрывы вдалеке. Мониторинговые группы сообщают о работе ПВО в пригороде. То есть было достаточно шумка. Ведь уже голова не варит после этой жары. Шумно и громко. Но мониторинговые группы все сходятся во мнении, что работа ПВО успешная. И воздушные силы Украины сообщают нам, что расслабляться не стоит. Это была только первая волна шахедов. Уже сообщали о второй и третьей. То есть три раза происходили пуски. В общем, ночка начинается, как и вчерашняя, с шахедов. Если тактика не изменится, то позже можно ожидать и ракеты. Будьте максимально бдительны, берегите себя. Уже видел в сети, выкладывают работу ПВО, скидывают различные группы. Друзья, помните, что разлет снаряда, даже в случае успешной работы ПВО, будь это шахед, беспилотник, ракета, также несет вред вашему здоровью. И помните также, что у нас запрещена съемка работы ПВО. За это можно понести как административную, так и криминальную ответственность. Будьте бдительны, не ищите приключений себе на пятую точку. Сейчас они явно будут вам лишние, уж поверьте. Те кадры, вернее, те деньги, за которые вам заплатят различные паблики за кадры работы ПВО, 100-200 гривен не стоят тех проблем, которые можно себе нажить. В общем так, мониторим ситуацию на данный момент. Жители города могли слышать взрывы. Взрывы также были в области. В пригороде Днепра работала ПВО. Мониторинговые группы сообщают о том, что работало успешно. Через некоторое время вновь могут быть взрывы.